Здорово, дружище, давай скачаем Skyforge. Кстати, по ссылке в описании ты еще можешь получить даже бонусы. Мне вот месяц премиума выпал, и напиши в комментариях, что именно тебе там зарандомило. Так вот, ты перешел по ссылке и видишь вот такую вот страницу. Жми, мне повезет, и тебе сразу предлагают зарегистрироваться. Вводи свой мыло и пароль, либо же входи через любую из социальных сетей. А дальше снова жми «Мне повезет». Как я и говорил, мне выпал месяц премиума. А теперь жми «Начать играть». У нас скачивается лаунчер, и выбирай место, куда устанавливать игру. Лаунчер сразу же начнет загружать игру. Не забудь только вот авторизироваться в нем через то же мыло, что ты вводил при регистрации, или же через любую социальную сеть. Без разницы, как тебе удобно, так и делай. Но оно все должно совпадать с тем, что ты вводил на сайте. Это важно. Или если ты с Украины, то по-любому столкнешься с проблемой входа и запуска игры. Вот тут вот сверху находи шестеренку и в нем пункт «Системные». Выбирай режим прокси-сервера с автоматического навсегда. Перезапускай лаунчер, и у тебя все будет зашибумба. Жди, пока загрузится игра. Весит она 20 гигов. И вперед становиться богом. А на этом у меня пока что все. Ну и стоп, не выключай видео. Пока у тебя загружается игра, я предлагаю тебе посмотреть, что у нас есть на канале. А там очень много всего интересного разного. Ну и вот теперь вот, ставь лайк, терпи бубенчик, подписывайся на канал. Удачи и пока.